Здравствуйте, это программа «Музей Мания». Меня зовут Дарья Хадеева, я экскурсовод Российской государственной библиотеки. И сегодня мы с вами отправляемся на экскурсию по самому знаменитому особняку Москвы – дому Пашкова. Это действительно один из самых красивых, самых привлекательных, притягательных, волшебных особняков. За 2 с лишним столетия, что он стоит у нас в Москве на Ваганьковском холме, он получил, наверное, самое огромное количество лестных эпитетов. Современники эпохи сравнивали его с лучшими итальянскими палаццо и находили лишь один изъян – находится он не в Италии. Дом Пашкова появился в Москве в конце 18 века, и построен он был по заказу поручика Петра Егоровича Пашкова, который имел все, что хотел – богатство, титулы, но не имел уважения среди знати его круга. И его желанием было прославиться с какой-то такой вот стороны, как человек большого вкуса, человек больших возможностей. И Петр Егорович Пашков обратился к архитектору с необычной просьбой. Он попросил построить здание, равного которому не было бы в Москве по тем временам. И эту просьбу архитектор выполнил безукоризненно. Сейчас даже те, кто не знает, кто такой Пашков, прекрасно представляют, что такое дом Пашкова. Именно его мы видим, когда едем по Большому Каменному мосту. И он до сих пор вдохновляет тех, кто его видит, кто на него смотрит. И до сих пор люди считают его непревзойденной классикой. На него равняются, ему подражают. Это та красота, которая не выходит из моды, даже спустя 2 с лишним столетия. Но сам Петр Егорович Пашков прожил в этом доме совсем недолго. Мы, к сожалению, не знаем, сколько точно, но от 4 до 10 лет по разным источникам. У него не было прямых наследников, а потому этот дом передается по наследству его дальним родственникам. Они владеют этим домом до 19 века, и уже после пожара, московского пожара 1812 года, решают продать этот дом государству. Таким образом, уже в 19 веке здесь появляется мужская гимназия. А в 60-е годы правительство принимает решение перевести из Петербурга в Москву одну из прекраснейших книжных коллекций. Это коллекция графа Николая Петровича Румянцева, основателя нашей библиотеки. И сюда, в дом Пашкова, было перевезено более 28,5 тысяч печатных книг, порядка 1000 рукописей, минералы, монеты. И все это стало доступным для любого человека, который ищет ответы на свои вопросы. Сейчас мы знаем эту библиотеку под именем Российской государственной. Это одна из крупнейших библиотек мира. На сегодняшний день в наших фондах находится более 48 миллионов разных документов. Ну а когда-то, 160 лет назад, здесь, в доме Пашкова, появился первый читальный зал, и он расположился в одном из флигельных корпусов дома, где когда-то у Пашкова размещался манеж. Сейчас там находится один из наших самых ценных отделов, отдел рукописей Российской государственной библиотеки, и мы можем посмотреть на некоторые из них. Один из самых популярных и востребованных у читателей фондов – это фонд Михаила Афанасьевича Булгакова. Ведь в романе «Мастер Маргарита» Булгаков описывает именно дом Пашкова. Он размещает своих героев на плоской террасе здания, украшенного скульптурными изображениями женщин в белых туниках. Этих женщин мы можем видеть с вами по сей день, так же, как и колонны, которые описаны в романе. И Воланд и Азазелла находятся на бельведере дома Пашкова. Туда мы, к сожалению, с вами не попадем, зато можем увидеть один из рукописных вариантов «Мастера Маргариты». У нас они хранятся все, включая 2 машинописных варианта с справками Булгакова, и вы можете посмотреть, как менялся замысел автора. От первых черновиков романа, когда Булгаков планировал еще роман написать о дьяволе, когда он назывался «Черный маг», «Копыта инженера», «Консультант с копытом», до уже последних версий, которые мы читаем с вами сейчас. Тетрадки написаны прекрасным почерком, несмотря на то, что Михаил Афанасьевич был по образованию врачом. На почерке это не сказалось, и все его рукописи прекрасно читаемые. Здесь же, в этом шкафчике, можно увидеть и копии других документов, например, ранней повести Булгакова. Вот там внизу, на нижней полке, лежит машинописный вариант «Собачьего сердца». Известно, что после прочтения в 1925 году на литературном собрании на Булгакова был донос в главное политуправление, и после чего последовал обыск в квартире Булгакова. 2 машинописные версии «Собачьего сердца» были изъяты, и мы с вами можем
видеть с пометками ГПУ. Вот как раз экземпляр ГПУ лежит в этом шкафчике в копии. Булгаков приезжает в Москву в 21 году, и следующий, 22 год, был крайне тяжелым для него. Он называл это в дневнике самым черным периодом своей жизни. Он не может найти работы. Только весной 22 года она у него появляется, он начинает публиковаться в журналах, его литературный талант замечают, и появляются его первые повести «Роковые яйца» и «Собачье сердце». Но вот здесь, на этой полочке, мы с вами можем заметить и такие небольшие листочки. Это читательские билеты Михаила Афанасьевича. Он был нашим читателем и ходил к нам и в 29-м, и уже в 30-е годы, когда ввел работу над романом «Мастер Маргарита». Роман пишется долго, первая идея его приходит в 28-м году. И вот в это время он ходит в читальный зал дома Пашкова. Почему Михаил Афанасьевич размещает героев именно на крыше дома Пашкова, мы, конечно, не знаем, но предполагаем, поскольку он посещал библиотеку достаточно часто и наслаждался видами отсюда, возможно, читальные залы нашей библиотеки вдохновили его на такое решение. И мы сегодня заглянем с вами в пару из этих залов. Читальный зал отдела рукописей называется в честь основателя библиотеки Румянцевским. Именно его портрет Николая Петровича Румянцева мы видим за моей спиной. Он висит наверху читального зала. В фонде отдела рукописей, конечно, хранятся не только рукописи, дневники Михаила Афанасьевича Булгакова. Здесь же вы найдете архивные документы и других наших великих писателей. Можно посмотреть на рукописи Гоголя, Достоевского, Чехова. И не только на черновики их великих произведений, но и на документы, связанные с их жизнью. Дневник, переписка, фотографии, какие-то дружеские шаржи, шуточки, акварели. Все это вы найдете в архивах этих писателей. Что можно добавить про этот читальный зал? Ну, наверное, то, что сюда заниматься приходило достаточно много известных людей. В том числе Лев Николаевич Толстой именно здесь обдумывал замысел своего романа «Война и мир». Ну а позднее Леонид Пастернак работал здесь над иллюстрациями к тому же роману. И много других поэтов, писателей, ученых в этих стенах, за этими столами сделало немало открытий. Ну а этот великолепный, двусветный, классицистический зал так хочется назвать бальным, как многие сейчас и делают. Однако же этот зал был когда-то читальным. В 1913 году началась большая переделка дома Пашкова, и здесь вместо двух этажей появился один двусветный, разделенный на хоры, читальный зал. Именно здесь работали читатели весь 20 век. Отсюда открываются великолепные виды на центр Москвы. Они еще в 18 веке привлекали внимание горожан, и считалось, что дом Пашкова – это первое здание в Москве, из которого вы можете посмотреть на Кремль сверху вниз. Холм в 1930-е годы был срезан, и то, что мы сейчас видим, когда мы ходим внизу около дома Пашкова, у подножия дома Пашкова, мы ходим по бывшему саду Петра Егоровича, тому саду, который ценили горожане ничуть не меньше самого особняка и его архитектуры. Ну а виды из дома Пашкова, виды на центр города до сих пор открываются самые пленительные. Сейчас мы с вами находимся на третьем этаже дома Пашкова. Это самый высокий этаж, самый близкий к крыше. Конечно, туда хочется попасть всем нам, но мы не можем. Выход на крышу запрещен, и мы можем посмотреть из этого окна и пофантазировать, какие виды открывались героям Булгакова, которые как раз размещаются на плоской террасе здания и в закатный час. И рассуждают над серьезным вопросом, какой же город все-таки прекраснее, Москва или Рим. Но на крышу дома Пашкова поднимались не только вымышленные герои Булгакова, но и вполне реальные персонажи. Существует легенда, что в доме Пашкова есть балкон трех императоров. Но история такова, что после пожара 1812 года в Москву действительно приезжает прусский император Фридрих Вильгельм III. И вместе с двумя своими сыновьями, то есть технически они не императоры, они поднимаются на крышу дома Пашкова. Они хотят посмотреть на город, который восстанавливается после разрушительного пожара. И говорят, что Фридрих был так потрясен открывшейся ему панорамой, что в чувствах, в слезах бросается на колени перед Москвой и приказывает своим сыновьям сделать то же самое перед Москвой, спасительницей Европы от Наполеона. Уже позднее, в 19 веке, художник Матвеев напишет картину, посвященную этому событию, когда трое людей стоят на коленях на крыше дома Пашкова. Это была программа «Музей Мания». С вами была Дарья Хадеева, и мы вас приглашаем на экскурсии в дом Пашкова. До свидания, доброй ночи!